Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас я начну проходить для вас игру Лимба. Сейчас, тихо. Что-то происходит. Ать, ать. Глазки. Ну ты встанешь? О! Что за... Ёпта, где я? Чё за... Думаю, управление дадите... А, все, дали. Стрелки! Какой же это отстой. И прыгать не на пробел, а наверх. Ну это же... Ну это же какаша. Так, секунду, сейчас. Контроль. А, ну... Несложно, несложно. Абсолютно. Вперед. Игра о мальчике, который заблудился в темном лесу на краю ада и в поисках своей сестры. Это все, что нужно знать. А теперь побежали по лесу. По лесу. Размахивая своей писюлькой. Не знаю, почему-то я прям вот хотел это сказать, потому что такой маленький. У-тю-тю. Тю-тю-тю. Колосье. Наверное, я... Нихера. Вы когда-нибудь видели таких прытких молодых людей? Спускаемся. Как бомжи. Не знаю. Вообще, никакого сравнения не могу придумать. Ой, какой-то... А! Блять! Нет! В жопу. Давай! Красавчик. У меня какая-то... Челка. Чувак, тебе постричься. Так. Плаваем. Плывем. Что? Куда? Что? Чё? Что? Мне что? Может быть, что-нибудь кричать? Эй! Есть кто в лесу? Хочу с волками. Ну, это самое. Ай, блядь. Фу, я думал. И не понял, что этому дебилу надо. В другую сторону что-то. А, блядь, вы гляньте, какой-то малолетний хер. Ёб твою. Ну ладно, окей. Просто будем знать, что мы играем за... Хуй знает. Сына Чака Норриса. Я не могу себе представить. Я в 5 лет так не умел. Серьезно говорю. Ну или сколько? Ну 7 максимум. Ну 10. Даже вот максимум. Но я не мог таскать огромные лодки со собой. Блядь, я когда... Смотрел. Да, я немножко мониторил. Опа. Это игра стра... А, вот все. Ну, это как бы первый уровень более-менее как обучающий, поэтому здесь экшона не будет много. Поэтому, в принципе... На. Как я прохожу? Прям щелкаю. Потому что многие порятся. Что за... Херотня. Окей. Я уже знаю, что здесь делать. Потому что я мониторил. Ац! Та-та! Ай! Ёб твою! Уф! Да, тут в первом мало экшена. Дальше там реально хардкорно. Ну... Игра достаточно хардкорная, сейчас можно поговорить на какие-то отвлеченные темы. Например, мне много пишут в личку и в комментариях вопросов. Но я не буду отвечать на самое интересное, я буду отвечать на полную хуень. Например, мне недавно написал человек такое интересное сообщение. Сейчас помню, ебать! Блять,
Неожиданно. Сообщение, сейчас, секунду. Ты ебись! Фу. Сообщение. Сейчас вспомним. Является ли. Является ли пиар чужого канала деловым предложением? То есть, во-первых, то есть, мало того, что он полную хуень сказал, так еще и при моих там в тот момент 800 подписчиков он хотел купить у меня рекламу канала. Просто, ребята, вы не перестаете меня удивлять, серьезно. Сколько надо мозгов уменьшить, чтобы... Не понял. А что надо делать? И чё, она утонет? Или я на ней поплыву, типа? Да ты чё, блядь? Сука, херня! У тебя ж башка большая! Не знаю, к чему я сказал. Башка. Люди плавают башкой. Ну так вот, остальные вопросы. Почему я такой мудак? Не знаю. Все, больше вопросов. Да ёпт! И чё? Кто-нибудь понял, что сделал здесь? Вон Лиана, все понял. Вопросы, сколько мне лет? 81? 18? Что там еще спрашиваю? Вы такой вопрос задаете, просто... Сколько у меня сантиметров? 3. На самом деле не было такого вопроса, я его только что сам придумал, но все-таки хотел просто счастьем поделиться с друзьяшками, добром. Блять, и куда про... Туда он, что ли? Все, вспомнил. Тут же есть физика. Банзай! Все, сейчас. Не лоханемся, мы же четкие. Как он писюльки свои размахивает прям. Все же это видят, да? Фух, думал, сейчас не дотянусь. Стоп. Надо. Толку! Теперь надо. Я надеюсь, что я... Блять, надо было спуститься. Ты чё? Подсказки, ну, блядь! Говно! В смысле, блин! Огорчение! Досада! Молока, печенье! Ну, блин, слишком много какаши проходить. Надо было написать, наверное, вопросы, потому что я нихера сейчас не вспомню. Ну, или вспомню. Давай. Давайте на самый охеренный вопрос отвечу. Чем я пишу видео, например? Нет. Мне вчера написали. Спросили, обрабатываю ли я чем-то голос. Да, блин, ты должен в другую сторону развернуться, идиот. Чувак думает, что... Я чем-то через какую-то программу обрабатываю голос. Нет, чувак, я не обрабатываю голос. И вопрос... Да ёб! Ты сонный пиздюх, я тебя порежу. Блять, какая же страшная игра. В смысле, хардкорная, да? Первый уровень, блять. Здесь меня учат только играть, а я уже парюсь, как сучечка криворукая. Жесть. Еще насчет хорроров. Мне задрали хорроры на самом деле. Ну, то есть, как? Все своевременно. То есть, хорроров я напроходил как бы достаточно. Ну, то есть, вот на данный момент. То есть, нам надо какое-то время отдохнуть. Да ебись. Вот. Хочу какую-нибудь, не знаю, спокойную игру. Ну, даже вот Лимбо, но это тоже в каком-то плане хоррор. Я думаю, ты не разобьешься. Фух, херня. Сейчас он, гляньте. Ебать, да? Он реально. И чё ты? Ну ты херня. Да, блять, я же не долечу. О, долетел.
Фух. Так, лесок, все. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ух ты. Ух ты! Сейчас экшон начнется? Опа. Так. Там. Там капкан. Это я! Чё за хуйня? Ебать, чё это за волосатые писюльки? Эй! Мужик! Ты кто? Эй, хуй! Я боюсь подходить. Нет, стойте. Мне надо как-то этот капкан, походу. Ну, как походу, скорее всего. А как? Надо как-то туда запрыгнуть. Тоже нет ничего. Или надо то бревно? Нет, то бревно я не смогу. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Что-то какой-то непонятный. Писюн. Писюн. Малявочка. Да я не допрыгну. Чё, я... Мне там пробежать можно? Эй! Блин, даже меня убьет сейчас. Спорю на... Ты! Херня! Ай! Но он же не реагирует, я бы хоть... Ты можешь присесть, прилечь там. А, вот он агрится, он агрится. Ну иди сюда. Ты кто такой? Давай наебу. Ну давай наебу, ну бей. Ага, ага, давай. Уху, давай дальше. Да ты хуйсос. Давай, уху. Бдыщ, блядь, я аж вздрагиваю. Давай. Я кусок мяса, няшный. Ну дальше! А, может... А, все понял. И мимо надо пробежать. А! Иди нахуй! А чё? Как его наебать-то? Пом-пом. Эй. Хер с волосатыми ногами. Я здесь. Утю-тю-тю-тю! Салки, салки! Ты, блядь! Пиздень. А как? Как тебя наебать-то? Ты кто такой? Давай наебу. Ну дальше! Хуйсос, блядь. Короче, когда ты стоишь на одном месте, через где-то секунду он тебя бьет, но... Поднимай ты, хуяк! Шутка. Он там меня опять разъебет. Поднимай. У-ху! Да ёпта! Что? Как? Беги, беги! Да ёб твою! Встань! Дерись как сися! Блять! Ты чё, охуел? Что? Ничего не понял. Может, можно взять, не знаю, песок. Накормить его червями. Что за хрень? Ну, что? 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 Вода. И? Его можно наебать? В смысле, обмануть? А, наверное, надо... Оторвать кусок писюльки, кинуть, и пока он на нее сагрится, бежать мимо. Надо попробовать. А! Блядь, я ж далеко... Какой ты педа... Рюсюсечка. Все масяська. Сяськи, масяськи. Пошел в очко. Ничего не понимаю. Может, как-то можно сделать, чтобы себя проткнул? Я не знаю. Ёб твою. Короче, все, последняя попытка и девочка. Давай. What? Стоп. То есть, когда он ударяет, после он меня как бы не видит, да? А, нет, видит, сука. Ну, блядь, и сейчас видит. Ха-ха! Пошел ты! Эй, иди нахуй!
Фу. Говни, блядь, запорол мне все. Я тебя все равно в следующей серии нагну. С твоими волосами. Ссанными. Все, сваливаем, сваливаем. Итак, друзья. В следующий раз я, наверное, просто подготовлю больше вопросов, чтобы было о чем говорить. Но там будет экшен, просто на первых уровнях его очень мало. Ну, тут как бы обучение, поэтому не очень интересно вышло. Дальше будет лучше. Я вам... Капкан упал! От удара! Нет, все, сейчас. Сейчас я быстро пройду. Блять. Ну, тут как бы... Так просто нельзя было догадаться. Блять! Нет, все, ладно, следующая серия. В пизду! Блять, он меня сейчас так будет драть, я потому что... Потому что я красавчик. Так, да, в следующей серии все будет круто. Итак, друзья, если вам понравилось это видео, хотя... Я сомневаюсь, конечно. Ну, все равно, если вдруг произошло так, что вам понравилось, то вы можете подписаться на канал, оставить комментарий, поставить лайк, нассать мне в глазницы. Не, ну, вы можете, что? Я же не запрещаю никому. Итак, всем удачи, всего хорошего и пока!